Приветствую вас, мои дорогие друзья! С вами Лилия Донскова. И сегодня я хочу вам показать, как красить волосы краской Oriflame. Я буду окрашивать, как обычно, уже несколько месяцев я использую именно этот оттенок 9.0. И он, видите, он у меня немного другой, чем на модели. Он у меня более какой-то с рыжинкой, такой медовый, красивый цвет. Ну, в общем-то, я от этого цвета в восторге. Вот такая вот краска. Вот тут написано 9.0. Что входит в состав краски, почему я ее так люблю, сейчас в двух словах расскажу. Мне очень нравится, что здесь есть вот такой окислитель в флакончике с пипеткой. Ну, не то, что с пипеткой, а наоборот, вот эту вот штуку можно будет потом отломить. И очень удобно распределять краску на волосы. Есть чудесная маска, которую нужно держать 2-3 минутки, она просто волшебная. Я мечтаю такую маску, целую банку, и вообще просто постоянно ей пользоваться. Здесь сама краска, на тюбике только надписи, нет никаких картинок, вот опять же повторяю, 9.0. И еще здесь есть инструкция на огромном количестве языков. Инструкцию тоже нужно читать, но я ее уже читала 100 раз. Поэтому я вам покажу, что внутри этой инструкции самое главное. Это перчатки, многие их не могут найти, а они вот здесь, видите? Вот они здесь закреплены. Вот так я их отлепляю. И все. То есть они внутри вот здесь вот на инструкции. Но я ими не пользуюсь. Перчатки полная Г. Так, понимаете, да, меня без сурда перевод. Ну, посмотрите, это кусочек целлофана склеенный. Ой, и они вот такие вот. Ну, неудобные по руке, конечно, ими можно красить, и когда у меня были моменты, что я забывала купить перчатки, я пользовалась ими. У нас даже был один прикол с подружкой, мы красили друг друга и забыли перчатки, и вот таких не было, и мы одевали просто пакеты целлофановые на руки и ими красили, это был, конечно, трэш полный. Так, ну что, с чего нужно начинать? Ну, во-первых, нужна голова с волосами. И волосы должны быть не чистые, то есть 2-3 дня. Потому что если волосы будут чистые, то есть вероятность сжечь немножечко кожу. А сейчас за счет того, что здесь сало кожное немножко есть на волосах, они как бы защищены. И сама кожа защищена, чтобы краска ее не повредила. Вот, далее мы берем флакончик. Смотрите, как здесь устроено. Вот с этой стороны есть прокалыватель. Потому что краска запаяна. Видите? Там, и я вот так вот просто переворачиваю, так делаю. Тык! Все, прокол. Далее откручиваю окислитель. Открутила. Пимпочку не отламываем сразу. И начинаю так выдавливать. То есть все-все-все нужно выдавить абсолютно полностью. Кстати, многие спрашивают, сколько нужно краски на длинные волосы. Вот так как я крашу корни, только уже длину не крашу, мне одного тюбика вполне хватает. Это я просто пока выдавливаю, это мне одной рукой неудобно. Если же вы будете красить целиком голову и у вас густые волосы, берите 2 тюбика, не экономьте, потому что это будет некачественный прокрас, и вы будете недовольны своим окрашиванием. А потом на поддержание волос достаточно одного тюбика. Обратите внимание, что эта краска, вот когда мы ее смываем, то есть я уже месяц не красилась, это видно по моим огромным отросшим корням, может быть даже больше, чем месяц. Я, честно говоря, сейчас настолько кайфую от этого цвета, потому что, когда волосы отрастают, нет такого резкого контраста и не страшно. Не страшно то, что там видно седые волосы или корни не сильно отличаются от основного цвета. Это не бросается в глаза, и поэтому меня прям полностью устраивает. Вот почти все выдавила. Сейчас еще пройдусь. Все, у меня где-то есть такая специальная штука, которая вот подкручивает этот тут флакончик металлический, но я забыла, и выдавливает полностью краску. А можно пассатижи использовать, кстати, тоже классный вариант. У кого есть под рукой пассатижи, можно взять их и до конца просто освободить тюбик от краски, потому что ее там еще вот в этих вот местах, вот по бокам, ее тут еще полно остается, и, конечно, нам жалко, это ценный продукт. Хоть и краска в Oriflame очень доступная по деньгам, я ее всегда беру со скидкой. Она обычно получается где-то в районе 250 рублей, бывает даже дешевле. И когда она с хорошей, по хорошей акции, я ее беру просто много-много флаконов. Все, вот такое вот мы сделали с вами такую процедуру. Теперь у нас краска в окислителе, и это нужно все хорошо взбултыхать. И я сейчас как бармен ее просто вот так вот трясу. И пока провожу инструктаж. Во-первых, нужно одеть темную одежду, которую не жалко испортить. Во-вторых,
волосы должны быть хорошо расчесаны, чтобы легче было управляться с этим тюбиком и с копной волос, потому что я одна, мастера рядом нет, и как же я справлюсь? Меня многие спрашивают, что это нереально прокрасить волосы. Я говорю, моя одна подруга, даже свои короткие не могу покрасить, а как ты длинные красишь? Ну вот я вам сейчас покажу, как я это делаю. То есть вот все, я сболтыхала. Мне нужна будет вот такая расческа. У меня их на самом деле две. Вот одна такая. Но могу сказать честно, вот это намного удобнее, то что здесь сразу есть расчесочка, есть разделитель и есть щетка, которой я буду распределять краску. В этом же случае только одна щетка. Вот тут, кстати, наша Oriflame, а это у меня есть какой-то краски палет. Вот, палетом когда-то красилась, наверное, 100 лет назад. Нет, кстати, это в Oriflame была тоже щеточка. Ну, не знаю, может, по какой-то акции она у нас дополнительно была, по заказ. Вот такая щетка, самая удобная для окрашивания. Потом я одеваю все-таки пеньюар, потому что не хочу, чтобы краска попала на одежду, и потом можно задеть руками или... не знаю, влезть еще куда-то, лучше мы это предотвратим. Вот таким образом. Я одеваю маленький пеньюарчик, тоже, кстати, орифлеймовский. Он хоть и маленький, но самую главную свою функцию защитную он выполняет. И за счет того, что он такой вот широкий, если даже краска падает, то она не падает на одежду. Он такой, как пелеринка. Далее, перчатки. У меня вот такие перчатки, мне в них удобно, потому что они такие латексные, хорошо облегают руку. Сейчас покажу вам вот такие перчаточки. То есть они полностью повторяют руку, лежат очень удобно, и мне будет хорошо с ними сделать вот эту процедуру, которая в салоне стоит очень дорого. Мне вот на мою длину насчитывают, ну, минимум от 2000. Это просто вот самая дешевая цена. Еще раз расчесываю волосы просто массажкой, пробегаю, чтобы не было запутанных кончиков нигде. Все. И мы приступаем. Маска пока не нужна, я ее откладываю. Сейчас ей пользоваться не будем. И нам нужно удалить вот этот вот хвостик. Еще раз. Стряхну краску. И отламываем кончик. Вот так просто. Раз, два. И он отламывается. Ну, его надо совсем удалить. Все, теперь он нам не пригодится. Я беру нашу любимую расческу. Мне удобнее начинать вот с этой стороны. Всегда почему-то я двигаюсь справа налево. Так вот я отодвинула волосы. Просто их сюда все счесала. И начинаю аккуратненько, аккуратненько действовать. Вот. Что я делаю? Смотрите. Я беру тюбик. Так неудобно и рассказывать, и показывать. Ладно, как-нибудь. И потихонечку начинаю выдавливать в край. Волосы сухие, мне они не нужны, мокрые. Я немного краски выдавила, тюбик бросаю, беру вот эту щеточку и начинаю вот так вот расчесывать вверх. То есть я красочку всю тут распределила, то есть я немножко ее нанесла. И сейчас пойдем дальше. Чуть-чуть так вот отделяю тоненькими такими прядочками. Видите, вот чуть-чуть отделила. Сюда вверх зачесала. И вот для чего мне нужны такие вот уверенные пальчики? Именно для того, чтобы чувствовать краску, сколько я выдавливаю, куда я попадаю. То есть я вот так пальчиком веду по этому рядочку. Сейчас вот начну отсюда. Вот. И я пальчиком вот так вот прокладываю дорогу тюбику, чтобы чувствовать, где у меня краска есть, где нету. И так далее. Начинаем вот эту вот быструю процедуру делать. Отделяю следующую. Так, прядка за прядкой мы делаем вот это вот окрашивание. Тюбика мне точно хватит, я уже приловчилась.
руки немножко устали, конечно. Но буквально за несколько минут я распределила всю краску на волосы. У меня прям буквально осталось, ну, капелька. Я потом в конце еще распределю эту краску на все волосы, когда их немножечко смочу. А сейчас я просто вот так пальчиками аккуратненько, чтобы не вырвать волосы, не травмировать их, я просто прохожу пальчиками, делаю легкий массаж. Потому что может быть такое, что я где-то чуть больше краски положила, где-то чуть меньше. И вот такими движениями я помогаю распределиться краске и собираю все в пучок. Вот такой пучок. А можно, кстати, еще, знаете, как сделать? Тоже очень мне нравится такая штука. Сейчас вам покажу. Перекручу. Мне очень нравится, когда краска лежит на концах волос. Видите, они сейчас у меня такие ершистые, топорщатся. А если положить краску на кончики и подержать, то тоже в то же самое время, как и всю краску, в любом случае она уже будет чуть меньше лежать, то потом кончики будут более живые, потому что краска содержит омегу-3 и масло льна и увлажняет волосы и питает их. То есть они становятся как бы более такими плотными. Сейчас они прям сухие, потому что несколько дней не было, ну, не мыла голову специально, то есть уже 3 дня. И вот я, смотрите, как делаю. Вот так можно вывалить всю краску и аккуратненько ее тоже на кончиках распределить. И волосы потом будут прям вот намного живее. Я обожаю нашу краску. После окрашивания волосы как будто прям вот выпрямили кератином. Я не знаю, как многие делают ботоксы, кератины. Волосы выглядят такими гладенькими. Я вот так сделаю. И немножко прям вот на кончиках. Потому что самые кончики, они почему-то вот более сухие, слабенькие, хотя я волосы подрезала немножко, но все равно. И вот так вот закручиваем волосы, закручиваем. Пусть они там полежат. Вот так вот. Раз, два, три. Все, и собрала в пучок. Все, засекаем 30 минут. И через 30 минут можно будет взбить все с водичкой и просто смыть. Вот такая процедура, но я к вам еще вернусь, так что не уходите с моего канала. Итак, прошло 30 минут. Сейчас какие мои действия? Я опять одеваю перчатки, распущу волосы и с водичкой взобью их, просто вот все смочу, взобью, подержу 3 минутки, смою все шампунем. Шампунем смою и нанесу маску для волос, ту, которую как раз у нас вкладывают в набор. Подержу масочку минут 5-7, тут написано 2-3, но я ее держу побольше, потому что мне она очень нравится. И потом смою, высушу волосы и покажу вам, что получилось в результате. А сейчас, если вы видите, вот подержав 30 минут, то есть, ну, особо как бы цвет не изменился. Но я вижу уже, что корни все прокрасились, они стали такие медовые, как мне и нужно. Так что я пошла все смывать. Итак, маска сделана, и остался последний штрих – просто высушить волосы. А для этого нам нужен фен. Ну что, проверим, что получилось. Волосы расчесываются, как шелковые. Цвет такой красивый. Все прокрасилось идеально. И мне очень-очень нравится. Вот такая вот красота. Красотенюшка. Ну, правда супер? И получается, по времени очень быстро. 10-15 минут, чтобы нанести краску. 35 минут мы держим краску, потом смываем. 10 минут я держала маску, смыла и высушила феном. То есть в течение 2 часов получается шикарная прическа, укладка, окрашивание дома в домашних условиях. Я не потратила время на поход в салон. Я сэкономила деньги и при этом меня очень радует мой результат. Поэтому я вам рекомендую, если вы еще не делали раньше домашнее окрашивание, попробуйте, может быть, вам тоже понравится. Если есть у вас какие-то вопросы, задавайте мне их в комментариях. Если видео полезное, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать видео в первых рядах. И до новых встреч!
С вами была Лилия Донского. Пока-пока. GoPro. Стоп видео.